Surround us with your love. Surround us with.
celebrate you, God. Your goodness, your love, your promises, God. Oh, you are good. And all, everything that you do is wonderful, is great, it's perfect. You are perfect. You are perfect. You are perfect. And everything that comes out of you, it's perfect. Oh, and we celebrate you, we honor you tonight. Jesus, Jesus, there is no one like you, God. There is no one like you, God. There is no one like you, God. You stand alone, you stand alone. There is no one like you, God. There is no one like you, God. There is no one like you, God. You stand alone, you stand alone. There is no one like you, God. There is no one like you, God. There is no one like you, God. You stand alone, you stand alone. The beauty and wonder and majesty, you stand alone, you stand alone. You are glorious, you are beautiful, you are wonderful, God. You are glorious, you are beautiful, you are wonderful, God. There is no one like you, Lord. There is no to the King. Oh, Jesus. We worship the King. We worship the Lamb. We worship you, God. Let peace come, let joy come, let freedom come. Dwell in this place. Dwell in this place, Holy Spirit. Fill our hearts with new promises, with new joy. You are
You are a good God, and we celebrate you for what you're doing, for what you're doing, for what you've done, for what you're going to do. Oh Jesus, there is no one like you. Мы славим тебя, Иисус. Мы празднуем тебя в этот вечер, Иисус. Нет подобного тебе. Нет подобного тебе. Ты самый лучший, ты самый прекрасный, ты самый могущественный. О, Иисус. Пропитай эту атмосферу любовью, светом и жизнью. О, Иисус, больше тебя, больше тебя, больше тебя, больше тебя. Больше тебя, больше тебя, больше тебя, больше тебя, любимый, больше тебя. Пусть придет густота твоего присутствия. Твоей любви. Твоего мира. Пусть придет твоя жажда, Дух Святой, твоя страсть. Атмосфера. Атмосфера голода, атмосфера жажды, которая стягивает, которая привлекает небо, стягивает небо. Ненасытимость тебя. Ненасытимость тебя, Бог. Ты все. Мы не хотим оставаться прежними. Мы не хотим жить вчерашним. Хотим двигаться вперед. Двигаться вперед. Иди с тобой. Оглядываясь назад, несмотря по сторонам, Иисус, идя за тобой, доверяя тебе, несмотря ни на штормы, ни на ветры, ни все, что происходит вокруг нас, дай, Господь, твердо, уверенно доверяться тебе и идти за тобой. Иисус, доверять твоим обещаниям, доверять тебе, Иисус. Не обращать внимания ни на какие колебания, ни на какие ветры. Делай сильными, уверенными нас. Иисус, мы жаждем Тебя, мы
то поколение. Мы те люди, Бог, которые ищут Тебя, хотят близости с Тобой, которые жаждут простоты общения с Тобой, простых отношений, простой любви, всякой примеси, добавок. Иисус, влеки нас в Твою жизнь, в Твой мир, в Твою радость, в Твое совершенство, Бог, в Твою сущность. Веди нас, отсеивает своей церкви все ненужное, все, что ей не нужно, все, что ей мешает близости с Тобой. Отсеивай, отсоединяй, Бог, отсоединяй, Дух Святой, отсоединяй. Приближай нас, влеки нас, Иисус, к Себе. Это все, что нужно нам, это все, что нужно нам, это Ты, присутствие Твое. Просто быть с Тобой. Просто быть с Тобой, просто быть с Тобой, Иисус. Просто быть с Тобой, просто быть с Тобой. Это все, что нужно нам. Иисус, Иисус.
Yeah.
Ты Бог,
боюсь я зла, не убоюсь я зла. О, твой жезл праведный со мной, Иисус, ты со мной, он с тобой, он ведет нас и держит нас за правую руку. Он тот, который желает самое лучшее для своих детей. Иисус, мы просто не можем оставить Тебя. Мы просто не можем отвернуться от Тебя. Когда все творение, когда все, что Ты сотворил для нас, за Твоей огромной любви к нам. Нам приятное, создать уют нам, Иисус, Иисус, как мы не можем не радоваться, как мы не можем благодарить, как мы не можем любить, Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Открой наши глаза, открой наши глаза. Видеть красоту Твоей любви. Верными Тебе. Верными Тебе. Иисус. Иисус. Как можно отвернуться от такой любви?
которая отдала свою жизнь, которая отдала свою жизнь. Как можно проигнорировать, когда ты зовешь? Великая.
как ты прекрасен, как ты чудесен, мой Иисус, как ты прекрасен, как ты чудесен, мой Иисус, как ты прекрасен, как ты чудесен, мой Иисус, как ты прекрасен, как ты чудесен.
Кто такой, как наш Бог? Нет Ему подобных. Нет Ему подобных. Нет Ему подобных. Ни на небе, ни на земле. Ни на небе, ни на земле. Мы преклоняемся перед Тобой, Бог. Даем Тебе славу, честь, хвалу и благодарность, нашу любовь. Иисус, будь превознесен, будь прославлен, наш Бог. Иисус, Ты наш Царь. Ты Царь, Ты Бог, Ты царствуешь здесь, Твое царство здесь, оно здесь. Иисус, Ты Царь, Ты Бог, Ты царствуешь, Иисус. Преклоняемся перед Твоей любовью, перед Твоей, Господь, Твоей милостью, перед Твоей жизнью, перед Твоей благодатью. Иисус, нет Тебе подобных, нет Тебе подобных. Когда ты сталкиваешься с Его любовью, ты понимаешь, что Его любви нет подобных. Когда ты сталкиваешься с Его милостью, ты понимаешь, нет Ему подобных. Нет Ему подобных. Нет Ему подобных. Мы любим Тебя. Мы превозносим Тебя, Иисус. Наше внимание на Тебя. На Тебе, Иисус, наше внимание на Тебе. Mm-hmm.
See.
утверждаем Его царство, мы утверждаем, что Он царствует здесь, что Он наш Царь, Он наш Бог. Мы высвобождаем это в атмосферу, мы высвобождаем это в духовный мир, что Он наш Царь, что нет Его, нет другого Бога, кроме нашего. Амин. Он единственный. Он один. Он один. О! И нет Ему подобных. Yes. Когда мы высвобождаем это, высвобождается сила, высвобождается, знаете, власть и авторитет Бога. Он умножается, Он утверждается. Когда мы провозглашаем Его имя, когда мы провозглашаем Его царство, Его власть на этой земле. О, никогда не переставай, никогда не молчи. Говори о Его царстве, говори о Его силе, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Поэтому дьявол часто, он знает силу этого. Он знает силу. И он поэтому закрывает церкви рот. Он закрывает ей рот. Он, знаете, он опускает ей руки. Он показывает на все, что не получается. Что у тебя не так, какой ты не такой. Аминь. И думаешь, какой Бог царь, если я вот такое. Но несмотря ни на что, несмотря, потому что это не насчет нас. Не насчет нас, это насчет Его, Его царства на этой земле, Его воли на этой земле. Это не насчет нас. Когда мы уберем весь взгляд с себя и сосредоточимся на Нем, поверьте, все с тобой будет окей. Все с тобой будет окей. Все насчет Него. Все насчет Него. Когда церковь это поймет, поверьте, что будет происходить. Что будет происходить? Что Бог будет делать? Вы только не представляете. И я верю, что мы идем к этому. Мы идем к этому. Бог постепенно открывает нам наши глаза, открывает нам вещи, на наши глаза, на правильные вещи, на то, что нужно, на то, что важно. И мы идем к этому. Мы идем к пробуждению, мы идем к движению Бога, которое никто не сможет остановить. Мы идем к этому движению, где атмосфера Бога будет захватывать города, где Его присутствие, Его власть, Его сила будут захватывать города. Будут происходить, знаете, исцеления, освобождения, воскрешения. Даже тебя там рядом не будет, но атмосфера Бога будет делать все это. Я верю в это, верю, что это движение церкви, это движение Бога, которое идет на знаете, в этом движении задействован человек. Мы знаем, что человек, он падает, он несовершенный, он... Но я верю, что есть большее, когда дети Бога будут заходить на определенную, знаете, на землю, в города, и Его слава будет просто двигаться. Как это было раньше, когда человек Божий заезжал в город, и что в городе начало происходить? Освобождение, исцеление. И потом только свидетельства доходили. Они потом узнавали, что приехал какой-то человек, и там... Но я верю, что идет намного больше, намного сильнее идет движение Бога. И мы идем к этому. Я верю, мы идем к этому. Что Бог ищет таких ненормальных, поехавших на Нем, которые согласятся, знаете, уплатить любую цену, чтобы увидеть Его царство на этой земле. Да, не царство, где и там, и мое будет еще чуть-чуть царство. Я там где-то еще, я чуть-чуть там тоже в этом царстве засвящусь. Бог ищет именно проданных Ему, те, которые согласны на все. Нет меня там, есть там, и нет у меня, нет. Какая разница? Главное, что Бог и Его царство, оно распространяется, и оно... Это все насчет Него, не насчет нас. Поэтому провозглашай, говори, знаете, несмотря на твое настроение, знаете, мне всегда берет ревность, серьезно, я думаю, вас тоже. Когда агенты дьявола, когда сатанисты платят такую цену, чтобы царство дьявола, оно распространялось, чтобы больше было убийств, зависимостей, абортов, они платят ради этого любую цену. Но дети Бога боятся, сидят в своих комфортных стульях, в своих комфортных домах. Главное, чтобы мне хорошо было, чтобы я вот спасся,
чтоб я вот хотя бы у порога дома Божьего, хотя бы там. Нет, мы призваны намного больше. Бог открылся нам не для этого. Бог открылся нам, чтобы мы распространяли Его Царство, чтобы мы утверждали Его Царство, чтобы в любой дом, в любой магазин, в город, когда мы заезжаем и провозглашаем Его Царство. Господь, Твоя слава здесь, Твое Царство здесь, Твое освобождение, Твоя сила здесь. Открытое небо, это не насчет нас, еще раз говорю. Забудьте за свои проблемы, за свои нужды, за Бог о этом позаботится. Как написано, ищите прежде Царство Божие, а все это приложится. Вот и ты там это, и там все это. Бог позаботится, когда мы первые будем заботиться о Его. Окей. Хорошо.